Честная игра, абсолютно правильно. У нас же международный турнир, поэтому фейерплей. Григорий Николопов будет награждать. Это его приз от... за честную игру. Ну, давай, говори. Всем привет. Спасибо вам большое за очередной драйв эмоций. Вот, за кайф, за переживания. В очередной раз это я пережил, не только я, все мои коллеги. Федерация спортивных журналистов России с этого сезона ваш новый партнер. В этой федерации входит более 20 российских журналистов, ведущих, среди которых Виктор Гусев, Игорь Рабинер и так далее. Учреждает приз Fair Play за честную игру. Вообще это индивидуальный приз, но мы поменяли немножко правила и решили, что этого приза удостоена команда «Иманта». Латвия! Fair Play! Поздравляем вас! Мне нравятся честные спортивные журналисты, которые сразу поменяли правила. Сходу просто. Мы посовещались и сразу поменяли правила. Ну, коллегиальное решение Игоря Рабинера и Виктора Гусева, и Гриши, и Николопова. Так, от телеканала Матч ТВ. Наш ходячий энциклопедия нашего турнира Олег Перцев. Честно, вот при мне Слуцкий подписывал этот мяч, и помните, да, про футбол? Вот, и поэтому Олег сейчас скажет несколько слов, и это специальный приз от телеканала Матч ТВ. Друзья, привет, многих знаю, рад видеть вас очередной год в Сочи. Новые лица, новое знакомство, тоже очень приятно, надеюсь, то, что вы здесь увидели, то, что ощутили, заставит вас еще лучше тренироваться и стремиться, чтобы попасть в финал заново. Наш приз мы вручаем не игрокам, не командам, а людям, ребят, которые вас наставляют на поле, которыми, я надеюсь, вы, как и мы, искренне восхищаемся вашими тренерами. Сегодня у нас, в принципе, была большая дилемма до финалов, но сегодня был установлен новый рекорд чемпионата. Второй год подряд стал победитель, один и тот же, это Гагаринец. Естественно, мы должны просто не могли не отметить тренера команды нашим призом. Это официальный мяч чемпионата Европы по футболу с автографами Леонида Слуцкого и всех наших комментаторов канала. Итак, Антон, Дмитрий. Команда «Гагаринец», двукратный чемпион, Середенко Антон и Артамонов Дмитрий. Ребят, поздравляю. Круто! Спасибо большое. Я даже не знаю, чей автограф круче. Комментаторов либо Слуцкого. Вопрос, дилемма. Сейчас. Или, Олег, а твой автограф там есть на мяче? Нет? Упущение. Итак, сейчас я хочу пригласить сюда капитанов, каждый из команд. Все капитаны, давайте к нам сюда, мы вам вручаем памятные дипломы участнику. Я назову эти команды. Юность, Брянская область. Сокол, Негинский, Брянская область. Сириус, Санкт-Петербург. Выборгская сторона, Санкт-Петербург. Майкоп, Арсенал, Мартан, Урус Мартан. Марс, Мариэл. Спартаковец, Башкортостан, Алекса, Екатеринбург, ГНО, Пермский край. Хербес, Тыва, Гагаринец, Канск. Восток, Чита, Лидер, Уссурийск. Мечта младшая, мечта старшая, это Московская область. Иманта, Рига, Латвия, Победа, Таджикистан, Навруз, Таджикистан. Аланы, Республика Южной Осетии и Эврика, Минск, Беларусь. А где Минск, Беларусь? Где Минск? Ты Минск? Круто! Давайте Минску отдельно поаплодируем, потому что они впервые принимают участие в нашем чемпионате. Я очень рад, что Белоруссия, кому как больше нравится, теперь они тоже вместе с нами. Ой, я тоже не могу. Казайцы тоже фоточку сделали. Ребятушки, поаплодируйте себе! Вы герои вообще! Вы просто молодцы! Круто! Так, ребят, кто еще не получил диплом участников, да, конечно. А, ребят, я ошибся. Команды, которые заняли с первого по третье место, мы вас отдельно будем поздравлять. Поэтому извините, сейчас вы не должны получить. Вот Спартаковец, Марс, Хербис, Юность, Сокол и Гагаринец. Даже если вы получили, отдайте соседу, мы вам отдельно дадим.
Спартаковец Марс Хербис, юный сокол Гагарин, с вас отдельные призы, а это диплом участника соревнований. А у вас будут потом именные с местами. Но все равно круто, что вышли. Что, выйти-то лишний раз неплохо. Ребят, вот Спартаковец, Марс Хербис, юный сокол Гагарин не получают. Сейчас получат потом. Вот, да, потом получишь, потому что ты чемпион. Все, спасибо большое, капитаны команд. Проходите к своим командам. И мы переходим к самому-самому сладкому. Третье место в младшей возрастной группе заняла команда «Спартаковец». Давайте, вся команда, третье место. Третье место в старшей возрастной группе. Команда Марс. Наши гости из другой галактики. Из другой планеты. О, травмированы. Ну как все, как мы любим. Кровь, адреналин. Класс. Третье место. Команда Марс. И наш Бутсенок. Какой же крутой у нас талисман чемпионата Бутсенок. Давайте Бутсенку еще отдельно тоже поаплодируем. И Марс, и Бутсенок. Бутсенок — это чума просто. Это такое зеленое фиолетовое существо, похожее на Бутсу, но при этом она живая. Итак, второе место. Как я уже говорил, у нас за второе место в этом году специальный приз. Это сертификат за второе место. Год тренировок от футбольного клуба, юниор футбольной школы. И сейчас я дам слово тебе, собственно, и дам слово. А это Илья Штебов. Футбольный клуб «Юниор». Давайте несколько слов, а потом мы вызовем команду. Я всех приветствую. Знаете, организация нашей футбольной школы «Юниор», она 4 года существует, и мы каждый день, приходя на работу, и вообще все, что мы делаем ведомые одной идеей, одной миссией. Миссия о том, что в футбол должны играть как можно больше детей. И потому что футбол — это эмоции, это радость, это дружба. И именно в такой футбол мы сегодня с вами наблюдали. Настоящий, искренний, с кровью даже было, с потом, со слезами, с травмами, с радостью, с разочарованиями. Но это именно то, что делает футбол футболом. Это делает футбол той игрой, которая завоевала всю планету и которую мы все с вами любим. Вот. Ну а для команд, которые заняли вторые места, мы учредили приз. Это год тренировок в сети, в нашей сети детских футбольных школ «Юниор». И комплект инвентаря, который позволит командам, которые заняли второе место, стать еще лучше, тренироваться еще усерднее. И я думаю, что в следующем году они точно возьмут реванш у сегодняшних победителей. А мы тоже так думаем. Спасибо вам большое. И второе место в младшей возрастной группе. Команда Хербис! Капитан, получай сертификат. Бери в руки сертификат. Капитан. Или не капитан. Давайте, помогу. С ними надо вот так вот. Так, ребят, вот это тоже держите. А я сейчас Бутсенку рожки поставлю. Оп. Нельзя так. Второе место. Команда «Хербис», ваши аплодисменты! Младшая возрастная группа. Ребята, если вы сражались как львы, просто львы. Настоящие львята. Спасибо большое. Итак, второе место в старшей возрастной группе — команда «Юно». Юная юность. Чуть-чуть не хватило ребятам для первого места. Наверное, скорее всего, не хватило эмоций на финальную игру. Пропустили первыми, потом уже было тяжело собраться. Но ничего страшного. Я уверен, что ребята красавцы. Просто чемпионы. Потренируются годик. И в следующем году порвут просто всех вообще. Они уже будут не юность, а зрелость называться. Уже будут на год старше. Поэтому вот зрелость команды в следующем году мой фаворит.
Спасибо большое. Итак, кто вообще, ради чего мы здесь?